шампиньон, относится к самым распространенным в мире грибам. Он полюбился нам во многих блюдах. Его используют известные кулинары многих стран в авторской кухне. Шампиньон выращивают на специально приспособленных грибных фермах и даже в домашних условиях. Термин «шампиньон» произошел от французского «champignon», что в переводе означает «гриб». Именно шампиньон – это один из первых культивируемых грибов. Его широкому распространению в первую очередь мы обязаны королю Франции, Людовику XIV. Он был ценителем блюд из грибов и дал приказ своим садовникам луговые шампиньоны одомашнить. Сначала их выращивали на лужайках, как посевной материал, используя грибницу, которую собирали в природе, а затем уже собранную из своих грядок. Шампиньоны по содержанию фосфора соответствуют рыбе. Химический состав их достаточно большой, а это отличает данные грибы от других. В них гармонично сочетаются витамины, полезные макро- и микроэлементы. Калорийность при этом очень низкая, в 100 граммах содержится не более 27 килокалорий. Необходимо всего 3 элемента, из которых вырастает шампиньон. Первый этап превращения соломы в компост. Кормовую базу для будущих шампиньонов. Тюки соломы опускают в жидкие удобрения и отправляют в питомные туннели, где они находятся до 2 суток. После чего его вынимают и еще раз обрабатывают удобрениями и сухим куриным пометом. Следующий этап – объединение компоста с мицелием. Мицелий – это споры грибов, грибница в зачаточном состоянии. Далее идет процесс соединения почвы и компоста, внутри которого пустил тончайшие корни мицелий. Их укладывают друг на друга. Снизу компост, сверху земля, это похоже на сэндвич, который размещают на стеллажи. Мицелий начинает активно расти. Полив идет регулярно, температура контролируется. Через 5-6 суток появляются заметные глазу нити грибницы. Для ускорения роста происходит резкое понижение температуры, влажности и объемов кислорода, и процесс роста грибов активирован. В течение 5 дней шампиньоны активно растут, и начинается самый важный этап – сбор продукции.